Ну, короче, у нас подводочка снова для Ютуба, для ленивых записывальщиков. Цукиёми. Первый раз я на нем играю, кстати. Я на нем на ПТС не играл. На ПТС, да, не играл. Поэтому сейчас идем смотреть Цукиёми. Джангл. Все по стандарту. Будем думать, что как. Думаю, ульта у него имба. Честно. Думаю, ульта у него имба. Надеюсь, так и будет. Бог мне интересен и бла-бла-бла. Это нормал. Это не рейтинг. Тут ММР пофиг. Короче, идем смотреть. Загрузка какая-то долгая, я не знаю уже, что говорить. Ну, короче, посмотрите, поставите лайки, напишите комменты, как вам Цукиёми, и погнали смотреть. Погнали, чат, погнали. Не, не с Гидры, я буду с гнева начинать Йотуна. И, наверное, возьму Блинк. Дороджин. Блин, ну выглядит он классно, кстати, выглядит он классно. Не, выглядит хорошо. Выглядит хорошо, прям кайф. Так, тройка, я помню, что делает. В принципе, призывает, выпускай вперед сюрикен темной силы, объединяется с кусарницей, размахит. Я понял, я все, я понял, я вспомнил. В принципе, я вспомнил, качаем единичку. Пожелать всем здоровья, когда не знаешь, что говорить. Ребят, всем здоровья. Не болейте, чат, не болейте. А, забавно. Ой, трек. Один из моих любимых треков, кстати, без авторских прав. Но это да, это магия на антимаг. Но визуально похож. По скиллам, конечно, это не он. Но я приблизительно знаю, что надо им делать, потому что я делал на него обзор. Лё, он с альтуху прыгает. Это кайф. А как он в бок прыгал? Мне Вау, щит. Ладно, ладно. Сейчас посмотрим, что у него с уроном. Я немножко не понял, почему у меня чак. У меня чак мид, что ли? У нас, кстати, отвратительный пик, и, возможно, придется еще одну будет сыграть. А, блин, Герсис, ты взял чака в мид, братан. Ну что такое? Я не пошел на синий, хотя должен был. Но я вижу, то, что матрасу не торопится к синему. Пока я, знаете, что замечаю? У него очень медленная атака, автоатака. Так, возьмем пока дизарм, наверное. Хз, как он мне поможет, но возьмем дизарм. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Братик, аккуратно. Аккуратно говорю! Понял. Герсис говорит, я тебе всегда, говорит, катки выигрываю. Ну, я его убил, но он меня добил, конечно. Блин, а мне не хватает. Короче, сапог капец как нужен. Не знаю, не могу так медленно бегать. Да это вот сегодня вышел, вот только новый патч. Вот, вот, ребят, новый патч, новый бок, новый стрим. Все по-новому. Надеюсь, кстати, ролик запишется и зайдет на YouTube. Ребят, кто хочет в ролик попасть, подписываемся, ставим лайки. Там все по стандарту, донатим там. Да. Тройку сразу берем, потому что не знаю, как она работает. Но на лайве я не знаю, как она работает. Сейчас посмотрим. Плохо, что Геркулеса отодвинули. Блин, верните его на место. Ну. Братан! Я сдал все абилки просто так. Понял. Так, ладно, фармим. Пока фармим. Пока вроде у всех все ровно, да? Так, мне понравилась, короче, двойка. Мне кажется, двойка мне вообще зайдет. Минус Герс Герсис. Ну ёпту, блять. Я умер. Герсис, блин.
ржет. Смотри, другой Цукиоми. Ладно, ладно, ладно. Я, говорит, тебе все катки вытаскиваю. Кстати, видели баг? Я когда тройку кидал в начале, она не выглядела как луна, вот эта падающая. Золотой клинок? Не, на всех зачем золотой клинок? Что думаешь о Хеймдале? Ну, сильная АДК, но отсутствие эскейпа нормального мне не нравится, конечно. У него нет эскейпа, дядь, у него нет эскейпа, только ульт более-менее подойдет. Сейчас Герсис опять умрет, чекайте. Господи, ну что ты за фидер-то, Герс? Четвертая минута, ты три раза умер, братан. Здорово, Ань, здорово. Короче, фармим ульт. Походу дела, Герсис не может выиграть мид свой. Все линии проигрывают. Он меня не слышит? Он слышит, у него стрим открыт. Что ты думаешь, я не знаю, что? Слушайте, нравится двойка, прям нравится. Блин, уходит, да? Я надеюсь, это один уходит, а второй остается. Спалился. Ну, слушай, не такой сильный, как я. Я думал, будет сильнее гораздо. Хорошо. Но для ганга очень крутой. Он его сам убьет сейчас. Хорошо. Слушай, но скиллы у него мощные, мне нравится. Герсис опять умер, что ли? Нет. Не знаю, не смотрел радиус ульты. Сейчас все увидим прям в катке. Ты чихнула, будь здорова. Да, двойка у него мощная, кстати. Здорово, 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 ребят, здорово. Всем привет, кто смотрит. Господи, что происходит? Герсис не говорит то, что кто-то ушел. Фидит. Что такое, Герс? Что случилось? Обнова вышла, да. Слушайте, двойка у него очень приятная. Здорово, граундед после смайта, ребят, сразу. По времени не знаю во сколько, но будет сегодня. Герсис в тильте? Ты, конечно, в тильте стопудово. Ну, такой у него радиус. Такой себе. Жестко, Ань, жестко. Надо с этим что-то делать. Да хватит же, что меня стилить. Ты видишь, я бога испытываю. Я не знаю, Герсис, там что, этот прям сноуболинг жуткий или что? 10-10. Ну, 2 левела он проигрывает, я бы не сказал, что прям жутко. Если Герсис, может, замьючен, я не знаю. Здорово, блин. Нормально все, спасибо. Ну, типа, я не могу ворваться сейчас в двоих. Да ты серьезно, что ли? An ally has been
Я не успеваю, как будто бы. Мувмент его не нравится, короче. Вот что я думаю. То ли я ротейтюсь плохо, то ли они что-то дичь какую-то делают. Кэлл Юцукеми пассивка. В левой руке Сингетсу, в правой. Это восстанавливает. Ну, короче, там, короче, от атаки он восстанавливает себе ману и все такое, когда бьет. Чисто когда бьет. Обзор же делал, ё-моё, я просто не помню наизусть. Восемь четырнадцать. Есть у нас шанс вообще? Ёб твою мать. Уху-ху-ху! Это что было? Это что такое? Офигеть, он мощный, жесткий, блин. Клипаните мне последний замес, а, пожалуйста. Нифига себе. Он что, дурной? Слушайте, вот это было забавно, вот это было забавно. Тут уж что говорить, это было забавно прям. Вот это он мощный. Но единственное, я не знаю, как Хадеса мне, конечно, этот пытаться гангануть. Я Хадеса просто физически не смогу гангануть. Что делает Соль? Еще не понял, что это было. Надо в мид идти. Ульты еще нету. Замедлил? Да не... Оху-ху! Мощно, ребят, мощно. Вкусно. Хорошо. Не-не, не сбейте. Ай-яй-яй, ну как он так быстро? Герсиас, пожалуйста, если у тебя стрим открыт, говори, что от тебя ушли кто-то, пожалуйста. Мне сейчас тоже жопа сгорит. Ребят, для клипов есть отдельная комната в Дискорде, там все клипы собираются. Если что, можете туда кидать клипы. Здесь ссылки запрещены в чат, к сожалению. Тридцать монет дождаться. Ой, спасибо. Топ урона у меня, я понимаю. Не, ну это первое впечатление, ребят. Эта катка не должна быть слитой, должна быть залита на YouTube. А все, кто ее посмотрит, поставят лайкусик, понимаете? Без лайкусика какой смысл вообще тогда? А. Ульт сквозь стену, да по-моему не юзается. Может и юзается. Но я думаю, что нет.
А вот сейчас и проверим. Нет! Ой! Я думал, я за ним, типа. Ну, я за ним и полетел, кстати. Как все плохо, господи. Ну, короче, я не знаю, что делать Герсис, но он мне как будто катку просто сливает специально. Через сложности. Ну вот что это, Герсис? Ну ёпту, блядь. И побежал. А зачем побежал, непонятно. Это как будто не он. Может, это не он играет? Все побежали, он тоже. Только все побежали, умерли, и он потом прибежал. Юзается ульт сквозь стену. Ну, это жестко, ребят. Если у него ульт сквозь стену юзается, то это жестко. Я не знаю. Но я надеюсь, что нам дадут время попробовать, типа. Заценить. Да как я его-то дезморалю? То он меня дезморалит, ё-моё. Ну, пока по впечатлениям очень жесткий, конечно. Не, в ранкедах он еще закрыт, ребят. Так, короче, Герсис. Без красного, братик. У меня дамага просто не хватает, чтобы убивать. Хорошо. Герсис опять убьют. Тихо. Герсис, не умри, брат. Фу, меня не нашли, как хорошо. Я не знаю, что мне нужно такого, чтобы было жестко, типа. Криты? Да вот я не знаю, пойдут ли ему криты, нужны ли ему криты. КМ и вышел. Не, он бежал в стену, а потом, типа, он, видимо, писал что-то. Не знаю, зря я катану беру, на самом деле. Я хочу проверить на нем вот... А, на 1200 стоит. Но у него, типа, слишком медленная скорость атаки. Для катан. То он именно такой, чувак, который убивает скиллами, абилками. Что хочет от меня Хадес? Ой-ой-ой, я его разорвал просто. Да крипы, отстаньте от меня, блин. Офигеть, просто его разорвало, вы видели? При том, что у него хп-то больше половины почти было. Careful, right enemy missing middle.
Блин, надо подумать, короче. Зря катану фармлю, чувак. Зря катану фармлю. Нужно трансцендент сбрать. Думал, блин, кацача нет. Хорош. На стулху офигеть, сколько стилит, кстати. Да это бред какой-то. Забейте вообще про это. Граундед будет после смайта, ребят. Хватит спрашивать. Что за прикол? Штролите меня или что? А, Герсис убил, да? Хорош, хорош. Толху бриллианты. Да, Роберт. Один говорит, Ктулху норм игра. А я что, неплохо играю, что ли? Не понял. Они вдвоем не смогли Герсиаса убить, хорош. Даже если убьют, хорош, он столько урона выдержал. В смысле? Да какие ретрит, блин? Как я могу ретритнуть, алло? Не заблочил просто, пацан. Я не знаю, короче, ладно, пока докуплю, чтобы не пропадало. А там посмотрим. Соль слева почему-то. А, ну там Аларун тоже там. Вот видите, в чем минус его ульты. Видите, в чем минус ульты? Хотелось вроде как и всех затронуть. Да, и получается, из-за того, что я не ультил до конца в Хадеса, я не нанес достаточно много урона. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Итак, идем. Топ урона, топ убийств. Даже при такой тяжелой катке у нас все хорошо сейчас. Я вообще не матерюсь, алё. Ну, крайне редко. Да когда жопа горит жестко. Не, Сань, новые боги в рейтинге недоступны сразу. Ну, короче, дробилка по-любому вместо этой. Я еще, видите, что вижу? Очень быстро ульт откатывается. Очень быстро. Но билд спорный, кстати. Билд на заметку не берите, сразу говорю. Билд такой. Пока непонятно. Рейтинг закрыт? Не, я уже успел проиграть одну катку в рейтинге. Один он че нет, как думаете? Понял. Я умер. Как он меня не убил? Он у меня 4 этих пустил. Окей, живем. Как сказать живем, блять? Он просто ходит в наших джангли и убивает. Ну, кстати, Хеймдаль у них тоже неплохой. Для казуальной катки прям, я бы сказал, бы вообще жесткий. У них Хейдес жесткий, Хеймдаль хороший. У нас Ктулху хороший. Герсис сейчас один, блядь, троих убьет. А, ну там еще Ктулху. Ктулху такой маленький, что я не заметил его.
Хорошо. За Кубит сыграл 24-5 в завоевании. Хорош. Я хочу красный забрать, так у Герсиса вообще жестко. Но в любом случае нужно выложить катку на YouTube, чтобы ребята посмотрели. Это как бы первое впечатление. Я говорю, билд на заметку не берем пока что. Пока только чекаем. Проверяем урон от ульты, от фул ульты. Небольшой. Ай, ну я не смог его убить. Я его не последним собрал, предпоследним. Ну, типа, нового бога надо протестить Бёртон, поэтому в казуалах. Вообще, я же редко играю в казуалы, вы же знаете, ребят, чего. Ну, пока проапаемся. А это и спор топ урона, я не понимаю. Их Цуки я между собрал. Но он через криты пошел. Нож в сердце, криты. Собрал лишь бы собрать. Я пока только чекаю. Я пока только чекаю. Ай-яй-яй, я думал, сейчас пойду помогу ей. О, они пошли. Охренеть. А, видите, все, его убили и, соответственно... Слушай, да неплохо, вполне себе, ё-моё. По урону хорошо. Мне очень нравится, слушай, очень приятный он. Я умер. У них что-то с Хейдесом, я не знаю, какой-то жесткий. Он нас убивает вообще. Как бы... И хз. На меня, по крайней мере. Пока поменяем так, посмотрим, что будет. Но он через криты, я через... Не через криты. Что за ульта? Сейчас покажу, Сморг. Сейчас покажу еще раз. Щит пустоты не беру. На него пока ничего не беру, ребят. Пока первое геймплейное видео от меня. Пока непонятно. Но мне кажется, он очень жесткий, если честно. Я, когда обзор на него делал, сказал о том, что непонятно. У него нет мувмента вообще никакого. Но на самом деле вот его двойка... Что-то сильно жесткое, мне кажется, для гангов. Она дизармит, еще и станет, если ты попадаешь. Тройка замедляет, единица замедляет. Ну, типа он всеми обилками... Вот, кстати, ему можно морозный молот попробовать собрать еще, я думаю. Как вы думаете?
Здорово, Карл. Да вы только, считай, стартанули. Hyperscape релиз вышел. Она уже умерла, ребят, у нее зрителей ноль. Что никому не интересная игра. Просто не дайте мне попасть под Хадеса. Я от Хадеса умру сразу же. Я попадаю! Через стену можно! Я их просто разорву сейчас, смотри. Дабл килл. Трипл килл. Квадро килл. Ну и что это такое? Это жесть какая-то. Очень радиус огромный у ульты. Просто жесть дичайший какой-то. Давайте выиграем. Я хочу выиграть. Это что за ульта? Это шутка или что? Что это было? Не, ребят, ну тут за такую катку я хоть много раз умер, но вроде как обилочки вам все показал. Но он какой-то жесткий. Хромак у меня торчит, да и хер с ним. Короче, не знаю. На первый взгляд это какая-то дикая имба. Этот ролик пойдет на YouTube, я, естественно, залью. Вы скажете, что там, как. Ну и лайкусики. Герсиас. Ну ты меня подгорел, конечно, жопу вначале, но потом, ладно, нормально все было. Вас похвалили за отличную командную работу. Фух, ну он пушечный, конечно.